Привет, дорогие! Я Наташа Флорес, и сегодня мы поговорим о неправильных убеждениях. Ты знаешь, неправильные убеждения – это те, которые мешают тебе продвигаться к поставленной задаче. Если ты планируешь разбогатеть, создать свою фирму, заработать много денег, где-то внутри ты веришь, что деньги – это плохо, знаешь, что произойдет? Что тебе эти убеждения не дадут добраться до твоей цели. Поэтому с ними надо обязательно разобраться. И как мы разбираемся с неправильными убеждениями? Чтобы разобраться с неправильными убеждениями, необходимо, первое, читать правильные книги. Найди книги по твоей цели, найди книги по твоему направлению и читай. Читай книги успешных людей. Второе, найди себе сообщество. Найди его в Инстаграме или в Фейсбуке или в других социальных сетях, если нету никого рядом, кто бы мог тебе помочь. Потому что в мире есть столько людей, которые увлечены твоей темой, и ты действительно можешь на них рассчитывать. И можешь с ними, общаясь с ними, можешь менять свое мышление. Третье – это аффирмации. Аффирмации – это когда мы проговариваем в голос, мы проговариваем вслух то, во что мы хотим верить. Не то, что у нас уже есть, но то, что мы хотим верить. Но при этом мы уже говорим так, как будто оно у нас уже есть. Например, я богата, я хорошо зарабатываю, я езжу на хорошей машине и так далее. Начни проговаривать это, начни привыкать к нему. И еще одна вещь, которая тебе обязательно поможет. Начни визуализировать. Знаешь, когда-то я жила в очень маленькой квартирке, в хрущевке, и я визуализировала, и я говорю, у меня будет свой дом. И однажды, когда я вошла в этот дом, где я сейчас живу, я увидела, это мой дом. Я его видела столько раз у меня в моих мечтах. И так было много-много раз. Поэтому это очень важно представлять. Представление или визуализация равно надежда. Если ты умеешь представлять то, что ты хочешь, ты надеешься. А в Библии говорится, что надежда не постыжает. Поэтому я желаю тебе, чтобы ты изменила свои неправильные убеждения, чтобы ты могла победить. На этом все. Пока. Поставь мне нравится под этим видео, подписывайся на канал и следи за обновлениями. Здесь много интересного.